симпатичное место мы пришли. Горы, розы, настоящие. О, интересно, стулья ставили люди. Так, доставка возит еду. Это все булочная, что ли? Первый этаж. Интересно, мы тут райончик зашли. Хотели скрутые. Водка соджу зелененькая, маленькая. О-о-о-о! Даниэль, симпатичное место мы пришли. Горы, розы. Настоящие. Спонтанно гуляли, гуляли и пришли. Сколько мы, час дошли? Горный ручеек. Говорят же, этот вирус так сильно повлиял на образ жизни. Ну да. Люди стали больше гулять в парке. Семьями проводить время. Я что же? Не в помещении, а на улице гулять. Да. Я что же раньше работал, все работал.
утром ушел, поздно пришел. Эволюционирует наша планета. У всех людей сейчас изменяется состояние. У многих внутренних. В природе тянет. Деньги на второй план отходят. Интересно, стулья стали люди. Я все время здесь проезжал и все время хотел. Блин, тут идеальное место, прямо мне здесь нравится. Мне пиво нельзя вообще. Пиво вечером пьют. Может, здесь в агентство недвижимости заскачет? Только здесь спуститься, да, негде? С коляской. Ну, это лестница. Осьминог. Осьминог? Живой? Да, погода классная. Рынок. Надо адрес этот. Так вот, у корейцев карантин проходит, а здесь сидят, кушают в воскресенье. Совы. Кофе, Владимир, посидеть? Кофе? Давай. Какой-то кофе здесь известный. Сладкий кофе латте. Попробуем. Смотри, там женщина смотрит за стекло. В Корее модно. Все влюбленные пары носят одинаковую одежду. Коппол симбаль называется. Еще есть одежда. Thank you.
Так, доставка возит еду. Это все булочная, что ли? Первый этаж. Интересно, мы тут райончик зашли. Прикольно. Здесь снимать не планировали? А вот сюда. Тепло. Потише. Мастер? Тепло, получше. Потише. Надо было это закрыть, да? Интересно. Один. Заведение закрыто. Мастерская. Подглядывать нехорошо. А, да? Прикольно. У нас такого нету. Можно посылку оставить. Интересно. Это виллы? Здесь недорогое жилье, да, считается, самое? Самое? Сеуле. Это за Никугу пил? Обычно. Там очень же маленькие квартиры какой-то. У дяди, да? Ого, какое дерево. Красиво. Ничего себе. Хороший район. Прикольно сделали. Классно тут в речке вообще. Холодно только. Пойдем, бабушка кашляет. Я там сейчас этого цаплю видел. Ну, смотри, там водопад даже. А, вот здесь съезд есть. Прикольно. Даже видишь, женщины идут в Кориан, говорят, ой, говорит, так красиво. Слушай, тут как прям не это, не в Сеуле. Я уже снял. Интересно, здесь летом купаются дети? Смотри, это очень чисто. Ну да, здесь цапля вон ходила, только я рыбу не вижу. Ого, какой подъем. Наш минивэн, наверное. Переднеприводный, не знаю, есть. Специально, чтобы не подскользнулись такие. А, я там тоже видел, да, очень. Для чего, интересно? Да, тут кому, у кого рост больше 185, тут пригибаться. Это, наверное, со времен войны висят, нет? Купаться нельзя. А, нельзя? Нельзя купаться. Штраф, да? И бегманон? Почти 2000 долларов штраф за купание. Круто. И бегман он. Сколько раз можно бассейн сходить? О, пахнет водой. Да я в этой маске ничего не чувствую. Море? Нет, жена говорит, запах моря. Ну, вот так вот, когда спонтанно гуляешь, интересно получается, в какие-то места находишься. Прикольный. Смотри, там какая-то школа, да, наверху сидит ученый. Я не знаю, ученый, да, он там? А вон на крыше. Ничего не видно. Запах увидеть. Это ж какой-то дом интересный.
церковь. В Корее очень много церквей, протестантских и католических. И православные есть. Я в какой-то серии рассказывал. Буддийские храмы. Сейчас, по-моему, католиков даже больше, чем буддистов. Если не ошибаюсь. Да, погода супер. Только коронавирус портит всю картину. Красота. Да, вот надпись висит. Мори Чусим. Осторожно голову. Неудача. Так, у меня 179 рост. Да, тут у кого 187 лучше, да. Тут старый дом тоже, да? Фанок. Да, много старых зданий. Цапля. Прям в городе гуляет. Цапля. Вообще там штраф за купание. $2000 платит. Опасно. А? А, кофейня, да? Надо зайти, кстати, как-нибудь. Что, здесь выйдем или дальше пойдем? Хотели скрутые. Хороший кореец, помогает. Тут сразу стульчик можно сесть. Поднялся. Все, отдохнули, идем дальше. Прикольно. Надо этот адрес записать. Куриная улица, пивная. Чикенман пора.
чикен нан бар, а? Пицца салат. Корейская водка. Соджу. Зелененькая, маленькая. На углях или на газу? Газу, да? Они уголь. Газ и потом уголь ставили. Ставили, да, вообще? Мы зашли в чисто корейский ресторан. Здесь меню все на корейском, потому что здесь иностранцы. Редкие гости. Это у нас бульгоги. Говядинка. Поросенок наш. Хрю-хрю. Ты? О, да. Хрю-хрю. Даниэль, 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 Ирива. Ирива, Ирива. Привет.